концепт совершенно попадающий. Зайцев своему диагональному. И вот, пожалуйста, Бакун может по линии как здорово переводить. Да так что Степанян и руки вскинуть не успел. Получил, конечно, по голове весьма болезненно. Извинился Бакун и сейчас подходит, чтобы это сделать еще раз. Страшный сюда удар, конечно. Пришел в себя Игорь Динамовцев. Czyli tam auta jednak na Sekurowo, Conte, a teraz w ataku. Odtrafiony tam Fabian Figuę, tylko zderzenia, zobaczmy. Został tutaj uderzenie prosto w pas. To jest... È già il secondo pallone che si prende in faccia a Tinornaut su questa traiettoria di diagonale. E lì c'è, non ha ancora fatto un attacco di seconda intenzione. In mezzo... году в мировой лиге. Мы помним, что команда США играла в одной подгруппе со сборной России. И не сумели американцы выйти в финальную стадию мировой лиги, попасть в финальную шестерку. Набирает Александра Феи. 16 очко. Но тут же мощная атака американцев. Это уже лидер американских атак наносил мощный удар Стэнли Эклейтон.